Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И мы приехали в замечательное место, которое называется Istra Wake. Ребята нас пригласили в качестве участников. Мы как Epic Board Shop, который, конечно, обеими руками за популяризацию всевозможных историй, связанных с вейкбордом, с вейксерфом, всегда поддерживаем такие мероприятия. Друзья, катание на сноуборде, конечно, это тоже очень крутая история. Не перестаю об этом говорить. С каждым годом она становится все популярнее. Действительно, все очень круто, много разных интересных мероприятий, катера, народ катается на вейках, на вейксерфах и действительно получает очень много удовольствия, потому что действительно таких мест, как Istra Wake, в ближайшем Подмосковье практически не найти. Без проблем. Вообще, чтобы без проблем начать кататься на вейке, действительно нужно, по сути, несколько основных условий. Это хороший буксировщик, это хороший пилот, он же инструктор, и, соответственно, самое главное и определяющее условие – это ваше желание кататься на вейкборде.